Впервые за долгое время в Баку прошел многотысячный митинг. Это был протест против референдума по изменению Конституции, который де-факто надолго сможет оставить семью Алиева у власти. «26 сентября жители Азербайджана спросят, что они думают по поводу отмены возрастного ограничения для кандидатов в президенты и увеличения срока президентских полномочий с 5 до 7 лет. Также в парламент сможет баллотироваться кандидат, достигший всего 18-летнего возраста. Людей на площадь позвал Объединенный фронт оппозиции. Участники акции требовали отменить референдум, провести политические реформы и освободить политзаключенных». Мы собрались сегодня здесь для того, чтобы объявить бойкот этому референдуму. Для чего нужен этот референдум? Для того, чтобы в третий раз изменить Конституцию ради одного единственного человека, Ильхама Алиева. В 2002 году Конституцию изменили для того, чтобы он попал в правительство. В 2007 году ее изменили, чтобы он смог переизбраться. В этот раз они изменяют ее для того, чтобы укрепить позиции власть имущих. Власть Ильхама Алиева. Прокомментировать возможные изменения в Конституцию мы попросили журналиста, а в прошлом политзаключенную Хадиджу Исмайлову. Отмечу, она занималась расследованием бизнеса семьи Алиевых и за это провела полтора года в тюрьме. Все эти поправки, они для того, чтобы продлить существование этого режима в тяжелые времена, когда денег будет мало, подкупать будет трудно и нужна будет стабильность за малые деньги. Поэтому любые конституционные изменения в первую очередь рассматриваются как потенциальный инструмент для передачи власти от одного члена семьи другому члену семьи.